Привет, неимоверный канал поиска сокровищ, золота, бриллиантов и кладов викинг. Работаем сегодня второй день, немножечко заболели, холодновато в палаточке. Экстрасенс сказала, сегодня будет золото! Не переключаемся и смотрим эти супер крутейшие сенсации. Ну пошли на паузу. Будем в лес уже куда-то. Да, пошли в лес. О, погода классная. Вторник, какой сегодня день? Среда, что за день недели сегодня? Ну, не знаю, знать не хочу. Снимаешь? Давай, Кума, я немножко стану впереди с тебя. Это фига. Вот солнце сюда, мне надо наоборот. Ну, пошли, давай зайдем немножко в лесочек. Давай, зайдем, пошли, уже там будем лазить. Давай, сейчас, если будет сигнал, сейчас что-то этот. Да, давай, хорошо. Ребята, ну что, вам, я надеюсь, слышно этот звон, трезвон. Смотрим, надеюсь, это будет золото. Вы же знаете, самое главное, это не переключаемся. Смотрим за нашими неимоверными. Выкопали? Все готово. Сейчас, подожди, не пойму. Ну, а сигнальчик-то пропал. Не, не пропал, что-то есть. Ребята, вы знаете, наверное, что-то будет очень крутое. Когда сигнал пропадает. Ну! Фу, ну что ж такое, ребятушки, а? Неужели золото? Куда сигнал пропал? Куда сигнальчик пропал наш, а? Сейчас мы его найдем. Так. Не переключаемся, ребята. Ну! Ну, это реально сенсация, ребятушки. Пропал сигнал. Что-то выкатилось, видно, монета. Бывает, что монета откатывается на полметра и на метр. Похоже на золотую монету. Капец, выкатилось. Ну, попробуй теперь ее найди здесь. А ну-ка, ну. Что ж такое, а? Ну, не томи. Ни в коем случае не переключаемся. Выкатилось, точно. И сигнала нет, да? Выкатилось. Такой был сигнал классный. Ладно, давай на обратном пути. Сейчас не будем время тратить. Работаем дальше. Работаем дальше, не переключаемся. Обратно включились. Сейчас, ребята, не поймем, все-таки охота докопать. Если это золото, просто... Какая-то просто мистика, ты знаешь. Какая-то, ребятушки, мистика. Сейчас мы постараемся вам эту мистику показать. Бывает же и такое в копе. Да, это реально. Ребятушки, это реально какая-то сенсация. Настоящая самая сенсация. Охота такое вам показать. Выкопали. Выкопали. Где? Сейчас. Сейчас, ребят. Так, здесь. Что-то интересное, похоже, лежит. И очень тяжело, как вы видели, давался этот артефакт. На руке. Вот он, вижу. Так, что это? Вот он. Смотрите, ребятушки, сейчас беру... Монета? Нет, пуля, похоже. Пуля. Пуля от мушкета, похоже, сейчас. Пуля, сказал я, несколько разочарован. Она, да? Да, ребята, это, похоже, извините, еще не выздоровел, пуля от мушкета. Или от мушкета, или шрапнель. В общем, не давалось. 5 минут искали. Давайте не переключаемся. Это же золото! Охота заорать, но не могу, голос больной. Давайте. Непонятно, какой-то сигнал то появляется, то исчезает. Будем искать почетче сигнальчик. Давайте идем, ребята. Ну что, ребята, слышите этот звон? Смотрим. Надеюсь, что золото, ребятушки. Золото будет, чуем. Чуйка у нас на золотишко есть. На этой пойме полно артефактов. Да, ну битва, ребятушки, битва. Ну, где ты?
А, вот вижу, вот он, смотри. Вот он лежит, красавчик. Что, опять пуля? Да, это или пуля, или шрапнель. Вот видно, счесанная прям, видишь? Попала в кого-то или в дерево. Или кому-то в доспехи. Да, интересно. Ну что, ребятушки, прием дальше. Ни в коем случае не выключайся. Не выключайся. Знаешь, сигнал слабый. Но что-то здесь есть, ребятушки. Хоть и слабый сигнал. Но мы сейчас копанем, посмотрим, проверим. Что тут у нас, интересно, зарыто. Что нам история приготовила. Какой подарочек. Что, выкопали уже? Ну, не томи. Похоже, что нет, сюда ушел, в бачок, вот сюда. Ну что, проверяем? Ого, что-то черное услышал. А не, это такой артефакт. Ракушка, это об нее тиранул. Ага. Так. Ну, ребятушки, вы видите, как артефакты с трудом вылазят из земли. Слабый сигнал, что-то очень мелкое. Не хочет поддаваться. Ну что? Не томишь же ты нас. Кажется, ничего. Не, вот тут в этом углу что-то есть. Просто нужно раскопаться. Немножечко взять поглубже, пошире. Ого, Ильян, есть. Смотри, артефакт. Так, где? Вот. Вот, ребятушки. Так, что это? Может быть, что-то, кстати, с доспехов. Будем смотреть, показывать. Такой перекрученный. Экспертам. Может, это взрывом от снаряда что-то? Слишком старое железо. Очень старое, да? Угу. Ну, это мы посмотрим. Может быть, даже что-то, да, мало ли. Может, от снаряда, может, от доспехов. Может, какие-то были, понял, латы какие-то, не знаю. Да, кстати, реально какое-то необработанное, да? Ну, оно такое... Несовременное, видно. Очень даже. Ржавое. Да, мы ржавое заберем. Такое, толстое какое-то. Мы, ребята, его заберем. Сделаем, извиняюсь, анализ. Покажем экспертам. Ну, я говорю, если бы не мой голос, я бы сейчас очень громко бы кричал: «Золото, золото, золото!» Ну, не могу сейчас, сами понять. А, горло. «Золото! Золото! Золото!» Тяжело, конечно, но приходится все равно кричать, чтобы хоть, может быть, миллион лайков, что ли, поставите. Ну и, конечно же, не забываем. Такие артефакты, это как минимум подписка, помощь, перевод ресурсами, доллары, евро, криптовалюта и, конечно же, лайки. Прием дальше. Давай добьем, еще прозвоним, что здесь есть. Что-то, ребятушки, еще здесь у нас подпискивает. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Может, что-то еще выйдет на поверхность. После тысячелетий забвения артефакты могут новые вылезти. Поэтому посмотрим, что тут у нас есть еще. Так, так, так. Оставим другим менее успешным копателям это затею раскапывать глубже дальше. Что-то там есть, ребята, но надо двигаться дальше, потому что огромное поле, нужно очень много изучать. Не переключаемся, прям дальше. Ну что, ребята, вот он, момент истины. Послушать этот звук. Ну что, смотрим. Что у нас тут, золотишко, ребятушки? Поперли. Не переключаемся. Есть артефакт. Где он тут у нас? Что, уже выкопали, что ли? Да. Не понял юмора сейчас. Да, он здесь. Нету. Нет. Где-то здесь. Нет. Что-то мелкое, ребятушки. Монета, наверное. Или монета, или какая-то серьга золотая. Ну.
Реально не томи ты меня, золотишечка. Капец, где же оно? Такой звон вообще крутой. Ну, есть. Опачки, на руке. Вот оно. Ну что, ребятушки, что же здесь интересно? Золото, монета, как вы думаете? Я думаю, монета. Опять пуля или шрапнель? Ну, битва. Все-таки битва была. Да, ребята. Это мы потом дома помоем, посмотрим. Да, она очень похожа на пулю с под мушкета. Давай, тебе не переключаемся, прям дальше. Ну что, ребята, что-то есть. Сигнал не очень, но будем копать. Потому что только так мы можем показать вам все неимоверные артефакты, которые спрятаны под толщей земли. Не докопали еще, ребятушки. Сейчас проверим, что же это у нас тут такое интересненькое лежит. Не спеша сейчас, чтобы не повредить, если что-то ценное, вытаскиваем. Ну, смотрим. Ребята, в глубину идет. И уже улучшился сигнальчик. Сейчас проверим, что же это интересно. А вон она. Смотрим, ребятушки. В этом куске. Да. А, вот монета лежит. Вот монета, смотри. Вижу, наезжает. Монета, ребятушки. Камера наезжает, ребята. Вот. Есть, ребятушки, вот он момент истины. Вот она. Золото! Золото! Yes, yes, yes! Да, ребята, это виклинг. Реальные артефакты в прямом эфире. Так, что за монеточка у нас там? 2 копейки, 1963 год. Вот оно, ребятушки, золото. Вот эти бриллианты. Вот оно! Виклинг! Золото! 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 Есть, ребята, прям вперед! Сохран класс. Патина, посмотрите, какая. Пальчики оближешь. Это миллион лайков, не меньше. Не меньше миллиона лайков за такой супер крутейший артефакт. Прямой эфир. Работаем. Давайте, дальше. Поперли. Тут, ребятушки, еще монета есть. Сейчас будем копать. Наверное, кто-то кошелечек потерял, тракторист. Или какой-нибудь отдыхающий, а может там и золото в этом кошелечке есть, как вы думаете? Ну, не томи, золотишко. Что такое? Ты слышал сигнал? Да, отличный был сигнал вообще. Ребят, это не серьезно. Я хотел еще показать вам монет. Нет, так там был такой четкий монет. Опа. Слышишь, был четкий монетный сигнал. Ну, был же, подожди, погоди-ка. Ну что? Был сигнал. Был, да сплыл, ребятушки. Не отчаиваемся, вперед. Виклинг — это всегда сокровище, поперли. Есть, ребята, классный золотой сигнальчик. Копаем, смотрим, не переключаемся. Сенсации, провокации, все только начинается, ребятушки. Поперли. Ну что же здесь? Тут в яме что-то есть, ребятушки. Копаем глубже. Так, ребятушки, не докопали немножечко. Что-то есть. Пропал сигнал, что есть? Да, есть что-то. О, есть, yes. Ничего ж себе, что? Посмотри. Вот это находочка, ребятушки, а ну-ка, сейчас ну-ка, сниму. Вот это фортануло, ребятушки. Покажи, золото! Это золото. Дай ничего ж себе. Сейчас, подожди. Вот это, ребятушки, находочка. Ух ты. Это серебро. Это, ребята, крестик. Вот так вот неожиданно, ребятушки. Серебряный.
целый. Неожиданно находка. Немножко капельку здесь зацепил сбоку, видишь? Лопатой. Ну, не знаю, чем, да, лопатой или чем. Да, ребятушки. Это круто, реальная вообще сегодняшняя сенсация, так вам скажу откровенно. Если круто, то круто, честно скажу. Это домонгольский период. Здесь Иисус Христос изображен. Посмотрите, какая одежда, во-первых. С усами. Это очень старый, 1000 лет. Это больше 1000 лет. Больше 1000. Да. Смотрите, ушко все целое, ребятушки. Видно, да? Ну, с да. этой стороны. Видно? Да, я стараюсь так снимать. Посмотри, какая толщина. Угу. Не упади аккуратно. Да, ребята, вот настоящие сенсации. Христианские ценности. То, что мы любим, обожаем. Такой артефакт спасти от забвения, показать его вам, миллионам зрителей. Потом, конечно же, сделаем обзор, попросим экспертов, чтобы показал. Ну и так видно. Посмотри, какая это сенсация. Это сенсация этого месяца, ребята. Ну, здесь говорить про лайки просто даже неуместно. Спасти такой артефакт от забвения, показать вам немеренная историческая ценность, только канал Викринг. Практически нет гвоздей, практически нет мусора, одни супер артефакты, золото, бриллианты. И все это наш канал, все это наша неимоверная команда поисковиков передает в музее. Лайки, 1 000 000 лайков. Неудачники бесноватые, ставим дизлайки. Люди, у которых есть хоть немножко совести и денег, делаем нам помощь. В новых экспедициях, вы знаете, первые короли, черный жрец Белиан и многие другие ждут нас. Не переключаемся. Ставим на колокольчик, подписываемся. Самое главное, ребятушки, не забывайте, рекомендуйте наш канал всем. В конце видео идут наши суперкрутейшие заставки других видео. И это мы все. И золото, и бриллианты, и сокровища, и монеты. И самое главное, это Викинг, Викинг, Викинг. Вперед, погнали. Ребята, дождь, блин, все портит. Работаем. Собираемся домой быстрее уже. Уже задолбались, мокрые все, блин. Попали под дождь, идет глубинный сигнал. Сейчас раскапываемся. Фух. Здесь, знаете, что интересно? Вот такие попадаются. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Вот такие попадаются от костра. Здесь был какой-то, может быть, жертвенник 1000 лет назад. Сильный проливной дождь. О, давай добьем яму, уже отстреливаемся. Да, сильный, ребята, дождь идет. Что-то глубоко лежит. Дождь, блин, не дает вообще работать. Хотели вам показать, не спеша, знаете, снять классное видео, но, к сожалению, не получается. Фух, ребятушки, дождь реально не дает такой возможности. Поэтому копаем. Будет реально интересно очень. Что-то есть. Сейчас достаю ножик. Не Что-то есть. Уже копаем. Сейчас. Сигнал идет. Сейчас, ребята, достаю ножик. Сильный пролив. Начался дождь. Будем докапывать. Что-то лежит. Так, смотрим, ребятушки. Не переключаемся. Спрячь камеру. Реальные сенсации, ребятушки, делаются. Так, смотри. Юрий, что-то есть. Давай, Петрович, что там у нас? Смотрите, ребятушки, что-то лежит. Камень какой-то. Так. Сейчас его выкапываем. Что-то, ребятушки, есть. Так. Есть что-то цепануло. Есть, Кума, есть. Что? Цепанул. Что? Золото. Золото! Золото! Золото, ребята, золото. Золото, давай, Петрович, давай. Сейчас, давай, ребятушки, давай. Сейчас золото. Давай. Там, блин, капец, еще, знаешь, дождь лупит. Гляньте, ребята. Ого! Сейчас. Не зря, да я под дождем готов тут, блин, целый день торчать. Ребята, золото. Какой-то кусок. Кусок золота, ребята. Вот это от чаши, смотри, от чаши. Ребята, золотой обод от чаши. Это фартануло, ребятушки. Давай, Петрович, давай. Сейчас, блин, дождь капец. Сейчас. Сейчас. Ага, не. О, а тут еще оно идет. Ух ты, ё-моё. Сейчас. Вот это копанули. Ни хрена себе, ребята. Ребята, это золото.
Золото! 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 А мы-то дождем! Да, ребята! Так это... что это? Что это? Что это? Это, ребята, капец, это... это корона. Часть, ребятушки, часть короны разрубленной. В 14 веке здесь была битва. Представьте себе, это, извиняюсь, о, телефон уже больной, мокрый весь. Давай. Прячь быстрее под курточку. Представьте себе, ребятушки, король, скачущий на лошади с двумя мечами, который рубит голову своим врагам. Немерено крутая. В это время топором ему сбивают голову, она катится вместе с короной, корона улетает в камыши. И мы в этих камышах сегодня, в 2017 году, обнаружили этот неимоверный, смотрите, ребятушки, золотой артефакт, разрубленный топорами, его или делили, или во время боя король получил удар по голове. Этот неимоверный артефакт сегодня наша команда охотников за сокровищами обнаружила. Проливной дождь, очень долго искали. Смотрите, ну что, ребята, сейчас достали на месте битвы фрагмент средневековой золотой короны короля. В это тяжело поверить, но викинг делает такие открытия. Представьте, ребятушки, что он здесь на коне на боевом с мечом мчал по полю и огромным мечом рубил голову врагам. Это было больше, чем 600 лет назад. Часть его артефакта была по всей вероятности срублена топором и улетела в камыши. Наша команда неимоверных искателей сокровищ обнаружила этот артефакт. Сегодня вы можете увидеть, это реально крутейшее золото. Это реально крутейший артефакт, который обнаружен. Он переломан, его лупили топором или мечом. Мы его нашли. Мы передадим эту супер находку в музей. Мы расскажем об ней всему миру. Канал Викинг. Сенсации, провокации, супер артефакты.